Мы часто слышим, что люди погибают или получают травмы при переходе дороги в неположенном месте. Но иногда пострадать можно прямо на зебре. Вот, например, пешеходный переход на улице Сахьяновой. Здесь прохожим не видно дороги из-за того, что им мешает вот этот забор. Приходится выглядывать, чтобы понять, едут ли машины. По этому пешеходному переходу вот с той стороны переходить неудобно, потому что надо постоянно вот туда так заглядывать. Особенно, когда я еще гуляла с коляской, это вообще было неудобно. То есть коляску надо было оставлять, заглядывать, потом идти уже. Не забываем и про автомобилистов. Это улица Мокрова. Здесь деревья закрывают обзор водителям, которые въезжают на главную дорогу. А для безопасного маневра приходится подставлять капот. Мы решили проверить, насколько тяжело дается водителям этот поворот. Так, попробуем выехать влево. Да. О, как не этот обзор это. Кусты явно мешают. Вот даю поворотник. Мало, да? Машин справа нет, выезжаю. А на переходе на площади Славы целая комба. Здесь и фонарный столб, молодые деревья и даже кусты. Пешеходам нужно быть очень аккуратными. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений. То есть там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Водителям стоит помнить, что при приближении к пешеходным переходам следует снизить скорость. Если вы знаете о подобных опасных местах в Улан-Удэ, напишите нам в соцсетях. И, пожалуйста, будьте аккуратнее на дорогах. Александр Зуев, Александр Семенов, телекомпания АТВ.